Отмечу, что сегодня власти пообещали материальную помощь владельцам затопленных квартир. В зависимости от размера ущерба людям должны выплатить от 20 до 50 тысяч рублей. Как получить компенсацию за испорченный ремонт в квартире? Как покрыть убытки на восстановление утопленного автомобиля, например? Сегодня на эти вопросы ответит юрист Александр Бакин в нашей студии. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Расскажите, что в первую очередь нужно сделать людям, чьи квартиры подтопило вот этими ливневыми дождями? Если мы говорим про квартиры и их подтопило, ну, во-первых, зафиксировать факт затопления, то есть это обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ для составления акта о затоплении. Если, скажем так, данные службы игнорируют, то прибегнуть к помощи соседей, фото-видеофиксации и самостоятельно зафиксировать этот акт. После чего пригласить оценочную компанию, то есть специалиста, который может оценить данный ущерб и составить с помощью данных специалистов сумму ущерба определить. Но вот власти пообещали компенсацию, если сумма хозяев не устраивает, а я думаю, она многих не устроит. Если сумма кого-то не устраивает, то, естественно, единственным арбитром по определению суммы и размера компенсации – это у нас суд. Соответственно, необходимо будет подготовить все необходимые документы для подачи искового заявления в суд. И в судебном порядке уже доказывать и саму сумму, и сам факт события этого, скажем так, обстоятельства. А как оформить правильно происшествие на дороге, чтобы можно было рассчитывать тоже на возмещение убытков? Ну, во-первых, согласно, опять же, правилам дорожного движения, если у нас произошел ДТП, а данные случаи относятся тоже к ДТП, необходимо, во-первых, остановить транспортное средство, то есть оставаться на месте ДТП. После чего, опять же, согласно правилам дорожного движения, вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать факт ДТП, где потом, значит, будет отмечено, что произошло именно в таком-то адресе, такая-то ситуация. После чего также в оценочную компанию, но так как это транспортное средство, прежде чем в оценочную компанию, необходимо будет обратиться еще и в специализированный сервисный центр. Именно специализированный, то есть центр, который имеет лицензию, чтобы дали заключение о том повреждении, которое произошло. То есть это там, например, двигатель стукнул, либо еще какой-то, ну, гидроудар так называемый, либо какие-то еще проблемы там с проводкой произошли. И после этого уже, исходя из заключения специалиста о самом повреждении, можно будет обращаться в оценочную компанию. А скажите, повлияет ли как-то на возмещение ущерба вот этот объявленный режим чрезвычайной ситуации? Смотрите, каждую ситуацию индивидуально надо рассматривать. Если гражданин умышленно начал действовать в период, когда уже имелись предупреждения в СМИ, и намеренно, скажем, водитель видит, что большая лужа, и намеренно в нее едет и получает какую-то проблему, то, естественно, здесь эту оценку будет давать суд. Но, как правило, необходимо понимать, что мы также несем, как граждане, как пользователь, например, дорог, да, водитель, несет определенную ответственность. Поэтому в каждом индивидуальном случае надо будет рассматривать это все индивидуально и конкретно. Спасибо большое за ваш комментарий. Юрист Александр Бакин был в нашей студии.